23 811 жителей страны заболели коронавирусом за минувшие сутки. Скончались 795. За все время пандемии диагноз COVID-19 подтвержден более чем у 6 миллионов россиян. В республике за это время заразились 23 516 татарстанцев. Новых случаев за прошедший день 51. Скончались от болезни еще 5 жителей республики. В Челнах прирост 10 заболевших. Всего в Волгограде зафиксировано 3086 случаев заражения COVID-19.